quelques médisances, nous voilà. Que seja que o gráfico vamos stopar isso a minha dama Центральный совет, 40 мыл рядом бар, жашаулары, мурат болган адамдар да, ол үшін сәткәт, дистанционный, самоизоляция дегенше, алай көп өтіп, бұл қарқ жылда, ішіміз артық бармағанды, но неме жәннетті болсын там атамыза кетті бізден, не тәліксе. Ну, я шавалай бар. Халық ұзға Аллах үйлік берсін. Зора, алайда, үйшілі үшін тұрған бар. Ну, бері үші жақта, 20 метр жақтысын қалай үшісін. Мне показалось, что вы выходите, я даже огорчаюсь. Скульптору Хамзату Баксануковичу Крымшамхалову. Вот года исполнится также 5 лет Якубу Акизову. В общем, у нас много юбиляров, сама дата возрождения тоже юбилейная. И на этой выставке мы представили творчество балкарских мастеров изобразительного искусства, живописи, скульптуры, графики, декоративного прикладного искусства народных мастеров. Вот такая своеобразная, интересная выставка, которая дает возможность вам погрузиться в традиции и современность искусства, жизни народа, балкарского народа, потому что каждый из авторов старался выразить в своем произведении саму душу народа. И сегодня у нас наши почетные гости, заместитель культуры нашей республики Амина Хадисовна Корчаева, которая тоже скажет вам несколько приветственных слов. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья! Как уже было сказано, сегодня действительно очень важная, очень интересная выставка. Выставка балкарских художников. Я думаю, что глубоко символично, что эта выставка в этом зале проходит, конечно, в марте месяце. Потому что месяц март в истории, в судьбе балкарского народа занимает особое место. Этот месяц, он выкрашен в два цвета. Цвет черный и цвет белый. Черный цвет – это цвет траура. Цвет изгнания, цвет депортации, разлуки с Родиной. И белый цвет – это цвет возвращения на Родину, восстановления исторической справедливости. Сегодня, как уже было сказано, здесь представлены работы лучших балкарских художников. Якуб Сияр, Акизов, Валерий Курданов, разные персональные выставки Национального музея КВР. И все эти работы замечательные, они объединены одной темой – это любовь к родной земле. Это раздумья о судьбе, судьбе своего народа, судьбе своей малой родины. И сегодня, конечно, как уже было сказано, эта выставка, да, она проходит общая для всех народов Кабардино-Балкарии, потому что это праздник возрождения единой, неделимой братской Кабардино-Балкарии. И балканский народ сегодня живет в единой, дружной семье народов республики, которые все вместе. Они давно уже спали не только историческую судьбу, они объединены, может быть, во многом одной крови, братской крови. И поэтому сегодня, конечно,
этот праздник, он общий для всех народов Кабардино-Балкарии. Как я сказала, это праздник единения, дружной, единой Кабардино-Балкарии. Я всех хочу поздравить с открытием этой прекрасной чудесной выставки и пожелать прекрасного праздника. Полномоченный по правам человека нашей республики. И я тоже вот предоставляю вам микрофон. Спасибо. Уважаемые друзья, я хотел бы сказать слова сердечной благодарности руководству Министерства культуры, Музея изобразительного искусства имени Ткаченко, за то, что вот они устроили такую выставку. Экспонаты выставки, как вы, наверное, вы убедились, они подобраны вот сознанием, нравятся быть этим. Они вот свидетельствуют эти экспонаты, что тем более выставка посвящена Дню возрождения балкарского народа, что народ балкарский живет на своей земле, развивается, растет детей, уважает старших. Вместе с, как здесь вот Амина Хадисовна подчеркнула, вместе с братским, кабардинским, русским и представителями других народов. Живет, подчеркнуть, что вот возрождение, день возрождения, событие возрождения, вот в этом году совпал с активной подготовкой к столетию государственности Кабардино-Балкарской республики. И мне думается, что мероприятия, которые посвящены вот юбилею, они будут направлены на дальнейшее развитие Кабардино-Балкарской республики, на улучшение жизни людей, на формирование спокойного, доброго отношения ко всему, что есть на нашей земле, что будет на нашей земле мир, спокойствие, национальное и межнациональное согласие. И завершая, хотел бы сказать, что это вот мы сейчас присутствуем, и у меня чувствуется, что вот наши ребята, русские, кабардинцы, балкарцы, представители других, наши мужчины сегодня, как говорится, сражают за Россию, за наше Отечество. И в том числе наши ребята вот из Кабардино-Балкарии. Вот мы знаем, что три наших парня награждены орденами, высокими орденами мужества. И мы поддерживаем действия вот президента, правительства Российской Федерации. И мы будем их приветствовать во всех уголках Российской Федерации и будем пожимать им руки и говорить: молодцы, вы вернулись с победой. Так будет. Замысел, это концепция нашей выставки. Но если вы свободно походить по залу и погрузиться в этот прекрасный мир искусства. Спасибо. Представится Жумакуллан Мустафан из Яшин Борис. Вот и все. Бег там, бегинге справан, келген адамларын көріп олуба, халқы, тарихын, искусствосын көрсетеді бұл көрмеш. Мында Крым Шамхалов, Накизов, Куданаев, Курданов, Люда Булатова,
ритм да фюрнуйды. Алла бізні халқымызына кетті да зәкей фахмылу. Фахмылу сүйді білі адам Алла. Бізні тарихымызға, бізні жашауымызға, малқарыма көп қиылар болған. Алла бүгін құлайда көрінелі алан ішлері. Әнді бір-бірлері кеткенде ол дүнияға. Сауыр көп жылдан жашасылға, халқыма да бар болында. Малқарын да уандырып. Сау болу. Русского, кабардинцев и так далее, тогда всех народов, как мы тут, все многонациональные художников, которые вот, работали здесь, начиная там с 30-х годов, да, уже обращались к этой теме, если ты двор в жизни, живется, пытается, и так далее. То есть, есть возможность, то есть вот это уже второй этап, посвященный рождению, и назвали мы земле любимая, слава и хвала, это строчка из Уды, сына Кулиева, посвященная родной земле. Поэтому как бы, вот это лейтмотив министерства, которому мы подчиняли отбор работы. То есть представлена живопись, графика, искусство, оперативно-прикладное искусство, возможность познакомиться. То есть мы показываем художников и создали, вот, как я уже говорила, то есть юбилей у нас в этом году будет у Хамзата Баксамукаевича, что лет 30 дней рождения, и в этом же году исполняется, что лет 30 дней рождения Касина Кулиева. Но это мы видим. Куда Юань? Тоже. Я хожу в художественную школу. Я там 6 лет. Художка – это как хобби. Попадаешь на выставку. Ты, наверное, как профессионал Алянтов звезда.